Привет всем! Сегодня будем готовить салат. Очень вкусный и полезный с рукколой, с авокадо, фасоль красная. Нужна бы, конечно, черная, но у меня красная. Консервированная кукуруза, черри, лук-шалот и пармезан, сыр, не оттертый уже. Для заливки нам нужно растительное масло. Я взяла масло виноградных косточек. Мед, сок лимона, горчица, чеснок, черный перец и соль. Ну, это по вкусу. Лук, шалот. Просто вот кольцами. Потом помидоры я нарезала не вдоль, а поперек. Смотрите, какой рисунок красивый. Вот такой вот рисуночек красивый получается. Авокадо я нарезала кубиками. Можно так и можно, вот я покажу, когда буду сейчас добавлять. Сначала добавляем лук. Добавили лук. Добавили кукурузу, фасоль добавили, черри добавляем, рукколу добавляем. У меня здесь как раз вот для этого салата норма. Рукколу добавляем. Теперь добавляем авокадо. Так, вот кубики добавим сейчас. И теперь смотрите, я вот пополам разделила и прям там сделала кубики, вырезала. Так тоже удобно. Вот, пожалуйста, добавляешь сразу кубики. Вот и все. Можно так, можно так. Авокадо берите не переспевшее и недозрелое тоже не берите. Авокадо должно быть нормально спелое, нормально, не переспевшее ни в коем случае. Так, теперь мы добавляем в салат перчик. Вот. Я добавляю белый перец острый, ну белый, вот не черный, а белый, мне нравится. И немножечко соли, много не надо, надо пробовать. Теперь будем готовить заливку. Вот, чеснок, растительное масло, сок лимона, горчица и мед. Вот так вот. Все, сейчас перемешаем все это. Так, я извиняюсь, нужно было соль и перец добавить в заливку. Заливаем теперь заливкой. У меня она готова. Вот так вот. Ой. Так, перемешиваем салат. Сыр я посыпала вот пармезаном. Вот, немножечко, немного. Для вкуса. Дорогие наши друзья, вот такой салат у нас получился. Очень аппетитный, а больше всего очень вкусный. Его можно каждый день готовить и никогда не надоест. Я вам рекомендую тоже приготовить такой салат. Дорогие мои, спасибо вам за внимание и поддержку. Желаю вам крепкого здоровья, мира и долгих-долгих лет жизни желаю вам и вашим близким.